Израиль пригрозил президенту Сирии Башару Асаду серьезными последствиями, если он не прекратит или не сократит военное сотрудничество с Ираном на своей территории. По неподтвержденной информации, Тель-Авив предупредил Асада, что дальнейшее сокрытие операций Ирана в Сирии и передача Тегерану оружия может обернуться для сирийского президента потерей одного из его дворцов. Ранее стало известно, что взлетно-посадочные полосы и освещение международного аэропорта Дамаска были выведены из строя после нанесенного израильскими военно-воздушными силами удара. Также было повреждено здание одного из терминалов.